В Покачах открылись KTC-зон. Парк, который построили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», вновь доступен для посетителей. В их распоряжении площадка практически в 900 квадратов, 10 специализированных конструкций. Высота некоторых из них превышает 4 метра. Совсем скоро в парке также появятся яркие граффити. К слову, новый объект для активного отдыха – инициатива местных подростков. Юные жители города подкрепили свою идею подписями, после чего обратились к депутатам. Креативную мысль поддержали. Отмечу, что пользоваться новым объектом могут не только любители скейтбордов. Парк отлично подходит для роликовых коньков и самокатов.